Некоторое время назад в международном аэропорту Кишинева произошел инцидент, в ходе которого иностранный гражданин, которому не был разрешен въезд на территорию Республики Молдова, применил оружие. Силы вмешательства находятся на месте происшествия. Мужчина в международном аэропорту Кишинева задержан. Пассажиров эвакуировали из здания. На месте происшествия находится несколько полицейских машин и карет скорой помощи. Согласно информации, в результате пострадали сотрудник государственной пограничной службы и один работник аэропорта. Лихач является гражданином Российской Федерации, предположительно, наемником ЧВК «Вагнер» и прибыл в Кишинев из Турции. К этому моменту мужчина нейтрализован силами специального назначения.